Праздничные мероприятия в парке 28 панфиловцев продолжились масштабным концертом. Симфонический оркестр вместе со звездами казахстанской эстрады исполнили военные и послевоенные композиции. Атмосферу праздника передаст моя коллега Аделя Кжаркенова. В этом году на празднование Дня Победы собрались тысячи алматинцев и гостей города. Помимо концерта, для них организована выставка военной техники, а также лагерь с настоящей полевой кухней. К слову, в этом году акция бессмертного полка «Батырларга тағзым» прошла в онлайн-режиме. Между тем, люди с плакатами своих героических предков собрались у Вечного огня на мемориале славы в парке 28 гвардейцев-панфиловцев. Наверное, нет ни одной семьи, в которой бы нет своего героя, который погиб или участвовал в годы Великой Отечественной войны. Мою семью тоже не обошла такая участь. Мой дед Арзиев Афердин Таирович, участник Великой Отечественной войны, за ратный подвиг солдата был награжден орденом Отечественной войны первой степени. Ну, мы стараемся чтить память. А там есть алып. Это общая победа. Народ, который чтит и помнит свою историю, великий народ. Поэтому мы сегодня пришли с портретами наших отцов и братьев, которые в буквальном смысле кровью и потом отвоевали нам мир и счастливое детство. На сегодня в Алматы живет 56 ветеранов. В честь великого праздника для них увеличили выплаты до 1,5 миллиона тенге. Аделя Кжаркенова, Рашидин Якупов, телеканал «Алматы».